Самолет, который летел быстрее пули и заставлял миллиардеров чувствовать себя богами. Да, речь про легендарный Конкорд, машину, которая до сих пор вызывает споры. Или Ту-144 был куда лучше, чем Конкорд. Этот лайнер рвал небо со скоростью более 2000 км в час в два раза быстрее звука. Представь Нью-Йорк, Лондон меньше, чем за 3,5 часа. Ты садишься на завтрак в Европе, а обед уже в Америке. Казалось, будущее настало. Но у будущего был ценник. Билет стоил как подержанная машина, а улетали в основном только суперзвезды и олигархи. Зрелище Конкорд было само по себе шоу: острый нос, вытянутое тело, огненный след за крыльями. Люди выходили на улицы, чтобы просто посмотреть, как он взлетает. Его обожали и ненавидели одновременно. Обожали за скорость и стиль. Ненавидели за шум, дороговизну и жуткий аппетит к топливу. В 2003 году эра Конкорд закончилась. Казалось, человечество шагнуло назад. С тех пор ни один пассажирский самолет не летает так быстро. И вот главный вопрос: мы реально не можем повторить этот уровень технологий? Или просто никому не выгодно, чтобы обычные люди летали быстрее звука? Пиши в комментах, устроим битву мнений.